Мать! Солидарен. Перекур? Одно из самых важных изобретений в современной медицине. А я даже не знаю, что это такое. Один глоток. Всего один глоток, и ты исцелен. Ну, так себе слоган. И как вы это назвали? Асклепий. Отсылки к очевидной мифологии сублимируют ваши комплексы? Труд моей жизни. 2 месяцев, если быть точнее. Эта горбатка бразильская, гробовая, хочет присвоить всю малину себе. Моя идея. Мое решение. Господство. Режиссер Данко Джинчирадзе. Это что было? Я просто посмотрел в камеру и назвал фамилию режиссера. Погоди, то есть мы сейчас в открывающих титрах? Ну да. Ты никогда не была в открывающих титрах? Нет. Вау, как новаторски. Ну, тогда ты можешь посмотреть в камеру и представить меня, если хочешь хоть как-то запомниться. Потому что женщины хороши тем, что концепция игры для них всегда актуальна. Иван Кирюхин в образе Отрепьева. Может, поясним им? Давай. И Полина Сапрыкина в роли безымянной жены. Можно без носки? И Евгений Марковский в образе Гробового. То есть вы организируете в попытках назвать Асклепий в свою честь? Ну да. А что, если кто-то из вас покончит с собой, и тогда фамилия усопшего автоматически и честно устанавливается в название лекарства? Ну, великий ученый, мертвый ученый. Идея, конечно, неплохая, безымянная жена, но нет. Моя жизнь слишком ценна. Его нет, моя да. Нет, план отстой. Итак, вот наш план. Тот, кто сможет наложить на себя руки, лишить себя жизни, тот и будет считаться как автор Асклепия. Задача выжившего – честно рассказать о трагедии мертвого коллеги ученого, не сумевшего совладать с величием своего открытия. Идет Гробовой. Как мы не додумались до этого сами. Нужен стимул, настоящий приток ненависти. А затем нужно выбрать способ суицида и подготовить предсмертный имейл. Я бы включил что-нибудь из нашей эстрады. Нет, надо что-то помощнее. У меня закончились идеи. И ты с таким воображением считаешь себя создателем Асклепия? Опять ни одному нести крест. А знаешь... Но веришь ты или не веришь, и Бог есть, и загробная жизнь есть, и ад есть. Никакого ада нет. Ну как же нет, когда ты живешь в аду? Не веришь? Ну подойди к зеркалу, посмотри на свою мрачную рожу. Разве может венец творения, высшее создание Божие, иметь такую мрачную харю? Почему тебе так плохо? Чего же у тебя такая рожа несчастная? Потому что ты в аду, сынок. В аду тебя раздражает люди, мухи, жара, дождь, политики, папа, мама, сынок. В аду ты мертв.
петлю. Ебать. Селидорин. Третья подряд? Вот ваш новаторский метод. Угу. Подыхаю авансом, как же. Ой, значит, я могу дожидаться смертельной вспышки на солнце. Послушайте, кто-то из нас должен это сделать. А можем и не делать вовсе. Примите мое решение и разойдемся живыми. Гречишник? Откуда? Хотел бы, конечно, я присоединиться к протестующим. Нет ничего важнее активной гражданской позиции на фоне произвола и бездействия властей. Но, к сожалению, я занят куда более важными делами. А где же обещанные карты? Победитель называет его свою честь. Простейший расклад правил следующий. Я создал. Вас плохо слышно, повторите. Мое творение, не ваше. Оно в такой же степени мое, как и ваше. Поэтому мы и затеялись. Ее джентльменское решение проблемы. Мне нужнее. Что, слава? Слава ведь вызывала у вас отвращение. Весь ваш лайфстайл прогнил и смердит. Нонконформизмом и нигилизмом. Мы вместе. Я знаю, что мы вместе. Но вы сами отказались от совместного авторства. Можно сахарочку? Я не хочу делить с вами ничего. Придется, мой дорогой. Первый раз в жизни я создал нечто важное. Как любезно и удобно вы выкинули меня из уравнения. Первоначально моя идея. Мой метод. Мое решение. Я задал победный вектор. Мы любой ценой должны были избежать терапии любого длительного процесса борьбы с метастазами. Мы создали слоган. Слоган, который тебе помог придумать формулу, которую я в итоге поправил. Потому что формула была ошибочной. Ладно. Мы будем играть в карты или нет? Есть другое решение. У меня нет на это времени. Представителям бизнеса, которые тесно связаны с научной средой, активнее подключаться к просветительским проектам. И в интернете, и на телевидении, в печатных средствах массовой информации. Рассказывать о достижениях нашей науки, проводить популярные научные мероприятия, организованные... Я разобью его. И ты в одиночку не сможешь его произвести. Готов отдать мне авторство? Послушай, не тупи. Давай не тупить. А то своим поведением только доказываешь свою непригодность к ношению желанного титула. Ах, я не заслуживаю. Тогда никто не заслуживает. Стой! Стой! Я всегда считал тебя умнейшим человеком из всех, с кем меня свела судьба. И ты не станешь из своего разувшегося эго уничтожать первый и единственный экземпляр Асклепия. Ты и название придумал без меня. Подожди. Тебе не нравится? Кстати, довольно неплохое. Дается мне, что мы действительно не знаем, что с этим делать. Но разбивать Асклепия – самое неправильное решение всех возможных, согласны? Я погорячился. А то. Я довольно неуклюжий человек. Прошу. Тактика давить на жалость на меня не сработает. Есть другая тактика. Какая же? Физическая расправа. В смысле физическая? Типа дуэль? Не типа, а дуэль. Послушайте, я только что назвал вас
умнейшим представителем рода человеческого. А вы за одну секунду вернули нас в средние века, предложив совершенно варварское решение проблемы. Может, все-таки картами? Или самоубийством? Так и быть. Дуэль не обязательно должна сводиться к мордобою. Открою вам тайну. Что вы знаете о мускатном орехе? Только то, что он обладает сильнейшим наркотическим эффектом, а последствия от его злоупотребления могут быть даже летальными. Вот в этом вы разбираетесь. Отлично. После милейшего совета вашей безымянной жены я решил воспользоваться возможностью. 5 грамм хватит, чтобы вас распидорасило. Вот. Итак, кому выпадает наименьшая карта, съедает все до последней крошки. Кто-то будет значиться, как автор асклепия. Мешайте карты. Начинайте. Готовьте предсмертный e-mail. Съешь меня! Может, по пивку? Ах, да! Насчет мускатного ореха. Кровавая дорогуша, я сперла твой орешек и подсунула его в один из ваших стаканов. И сейчас кто-то из вас словит ад. Ад демонизирован. Я всегда так выгляжу. Господи, я в артхаусе. Сейчас завалится горизонт. Вот сейчас заиграет милая и ненавязчивая музыка, а затем последует видеоряд, жуткий и непонятный. Вот. Я в бюджетном Твин Пиксе. Не нравится мой голос, я не хочу звучать, как у Линча. Надо подняться на второй этаж и отыскать гробового. Классно звучит, кстати. Музыку, где должны появиться жуткие дети, расположенные симметрично по центру. Понятно? Это все всего лишь гробовая жена. Пранкует мое воспаленное сознание. Черно-белое современное кино. Только не претензиозность. Тесновато. И как актер прошлого
Это не мешало. ...ограниченными полномочиями и нацелены на проведение масштабных междисциплинарных... Любая власть – это опухоль. Наличие лекарства лишь подтверждает диагноз. ...что сегодня в России более 150 сильных государственных... Как ты? Любая власть — это... Что делаю в ванной? Злобные суккубы, манипулирующие сознанием. Вот ты знаешь, ты кто? Откуда мне знать? Я же женщина. Действительно. Кто-то из вас завтра станет очень уважаемым человеком. Я не уважаемый человек. Я не журналист «Медузы». Берите ножи. Если бы я не лежал в ванной, я бы точно пошел на митинг. А что за митинг? Ты че? Там случилось серьезное правонарушение с одним парнем. Тогда можно сходить. Пойдешь? Со мной. А может, просто убьете себя? Женщины. Женщины всем управляют. Отличное предложение, Гробовой. Так, а как здесь прыгать? Опа, хоть кинцо посмотрю. Тот парень, из-за которого митинг, он умер из-за вашей халатности. Он очень долго болел, и никто ему не помог. Новый кумир на неделю. Вечная память. А если вы так уважаете, может быть, присоединитесь к нему? Кто-то из вас умрет и станет национальным героем, а тот, кто выйдет из подвала живым, расскажет всему миру об Асклепии и о несчастном гении, кто отдал свою жизнь ради других. Мне нужен намек, на какую кнопку сжать, крест или ноль. Крест умирает мой возлюбленный. А ноль, то есть ты, Гробовой, вонзаешь нож себе в горло. Постой. Я без него не могу создать новый экземпляр Асклепия. О, смотрите, кто у нас говорил честно. Спасибо, Гробовой. Я тебе очень признателен. Он прав, безымянная жена. Только мы вдвоем можем спасти этот мир. К чему вся эта жертвенность? Это очень мило, но крест или ноль? Что мы делаем? У нас есть ключ к спасению умирающих за окном людей. А я гонюсь за народной любовью. За любовью тех, кого вскоре может не стать. Вы сильно изменились, как только почувствовали близость неминуемой гибели. Подумать не мог, как... Пьянит рыболепство. Крест или ноль? Оставь нас в покое. Очень неудачный выбор слов. Крест! Что мне делать дальше? Изъяхс. Хомостимен. Я политически неграмотен. Что мне там постулировать? Как мне их спасти? У меня один экземпляр. Граждане, вручаю вам Асклепия имени Отрепьева. Лекарство вот так. Спасибо.
спасибо, коллега. Либо Асклепий твое изобретение, либо ничье. Эй, парень, не поможешь? Что с вами? А ты не в курсе? Мы все очень больны. А там что? Лекарства? Где же ему еще быть? Кто нас спасет? Чье имя нам воспевать? Ну что ж, держитесь. А я пойду, позову на помощь. Всеческая расправа — это пить чай гречишный во время произвола. Не бездействуют детишки, лайфстайл токсичный.